Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Видно, вы очень радостны, и мы радость так переполняем. Наступил самый светлый праздник, праздник праздников. Какой-то праздник? Папа, стал еще 2 дня назад, знаете. Молодец. А сколько дней мы должны Христос воскресе, знаешь? Кто знает? 40. 40. Правильно. 45. Вот этим вопросом мы начинаем наш первый путь отгадать. Вы любите загадки отгадывать? Да. Итак, внимание, загадки. Первая загадка. Слушайте внимательно. Она очень-очень сложная. Он желтый и сыпучий. Во дворе насыпан кучу. Песок! Сахар! Ты любишь загадки отгадывать? Сразу первый. Даже еще не успел дочитать. Правильно. Вот на экране у нас будут правильные ответы. Будем проверять, правильно вы отгадали или нет. Вопрос второй. Золотист он и уста. Сахар манит. Что, ребят? Проверьте, как же. Пшеница. Пшеница. Дядя Ваня с 6-го этажа. Хорошо, мы его